парк Южно-Сахалинска приглашает отпраздновать Масленицу. Для посетителей готовит обширную культурную программу с гуляниями, конкурсами и мастер-классами. Праздник состоится уже в эти выходные 17 марта. Сейчас специалисты парка продолжают подготовку культурной программы. На озере Верхнем уже установили каркас будущего чучела, а мастера работают над созданием головы Масленицы. В ход идут только натуральные материалы – веники, палки и ветки. А вот каждый год я не знаю, какая масленица получится. Она уже в итоге, когда уже создадим вот эту вот мордашку и узнаем, какая она злая, добрая, веселая, скоморожья, ироничная или еще какая-нибудь, это люди уже сами, глядя на нее, придумают. Добавлю, посетителей ждут с 14 часов. В это время на роллерной площадке откроется ярмарка сахалинских производителей. А концерты и масленичный столб расположатся на территории бывшего картодрома. Традиционное сожжение чучела масленицы начнется в 16:00. Подробнее ознакомиться с программой праздника можно на официальном сайте администрации.